Уважаемый государственный обвинитель, уважаемое общество. Дело в том, что у моего подзащитного гражданина Абшилова Георгий, обвиняемый Руслан Чидая, украл оставленный в классе Георгием Абшиловой телефон стоимостью 1500 лари. Этот факт произошел на перемену между третьим и четвертым уроком. В это время в классе никого не было, и вернувшись на четвертый урок, Абшилова обнаружил, что его телефона нет на месте. Он попросил всех, но все одноклассники, кроме двух, сказали, что не знают, где находится телефон. Но доверяя сказанному двух, чье имя сознательно не говорю, потерпевший сам принялся за поиски пропавшего телефона. Он обошел все ломбарды города и обнаружил, что в ломбард, находящийся по улице Николаева номер 9, был сдан телефон личностью, предоставшей удостоверение личности Руслана Чидая. Этот телефон не только был визуально похож на телефон Абшиловой, но и код телефона, который был проведен, совпал с кодом телефона Георгия Абшиловой, который был сдан в ломбард Руслана Чидая, который сказал, что этот телефон принадлежит ему. Когда у него потребовали коробку и паспорт телефона, он ответил, что он потерял. Хочу ответить, что показания одного и двух из одноклассников и хозяйного парка совпадают. Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что Абшилова...